Стою. Сколько? 50. За 5 рублей заплатишь. Яблок купишь. Придурки, блядь, ебан. Вот за то, что ты мою девушку оскорбляешь, ты теперь, сука, вдвойне будешь получать. Я тебе почки отобью, сука. Она народ тянет, девушка твоя. Она все умеет, она самая красивая в Дубне, сука, чтоб ты знал. Красивая. Тебя пускают. Ты меня запис? Слышь, давай встретимся. Да, придурок, говори. Ну давай с тобой пересечемся. Ты что, пересекал? На Ленина, короче, давай с тобой пересечемся. Пошел ты нахуй, пидорас! Татуировка, Сучка. Когда увидишь вас, Сташенко, тогда звони. Ты пидор, я и есть Леша. Какой ты Леша-то? Какая у тебя татуировка на одном месте, блядь? Какой бабки не сделали? Какие черепа, придурок? Перезвони, когда Сташенко найдете. Тише, козел, за базар ты ответишь. Что, блядь? За базар. Еби твою селедину, блядь. За базар ответишь, козел. Еби твою селедину, тебе сказали. За базар ответишь. Расскажи лучше, как ты валялся. Расскажи, как ты валялся, когда я тебя пиздил. Расскажи, как это было. Тебя, сука, спаси. А он картавит, блядь, придурок. Козел вонючий, еще раз скажи, как я тебя пиздил. Еще раз скажу, как я тебя пиздил, давай. Я мало тебе было. Нравится? Тебе нравится, сука? Гнусавый мантюк. Тебе мало было тогда, вертушки. Еби свою селедину, тебе сказали, карань, блядь. Я к тебе сейчас приеду, сука, я уже ребят собрал. Ты что-нибудь новый пидор, блядь, а Сташенко найдете, тогда звони. Серёжку нам принесли! На пьесу хлеба, хватит на неё! Заткнитесь, уроды, мы всех от по жизни определим! Да телефонная проститутка, нахуй, тебе сказали, блядь! Я? Это кто такой умный? Это кто там такой умный? Да, приезжай, размер есть, тебе хватит! Урочно хуёв 30 сантиметров! Понял? Какие сантиметры, блядь? 30 сантиметров! Лёня, по руки приедет скоро! Откуда у вас у всех по 3 сантиметра на всю копашку вашу голубую. Тогда ты едешь, я тебе в ноздрю вдую, сука. У тебя только в ноздрю влезет по твоим размерчикам. Мне хватит, блядь. Герой труда мусарского. Так ты тебя такие ноздри, блядь. Так запил. А вам парень, где? В ухо вставлю мозг, прошу, ясно? С вертушки в чат. На тебя холодом тянет, блядь. И селёдки! У тебя говно, блядь! Подпех, сраный вонючий бомж! Сраный вонючий! Ты придумай, тварь! Я придумала уже, да, надеюсь... Давай с тобой встретимся! Сташенко, посмотрите, это вам будет всем урок, блядь! Ты, сука, не было такого, нету! Ты вообще глухавый, заткнись, хуй, блядь! Да, приедет, такой захуя! Козёл вонючий! Не было такого! Иди селёдку сюда, эй, чучело! Закрой, только спать. Давай с тобой встретимся. Все, обосрали, какой тебе встреча, блядь, не дорос ты до меня еще, тварь. Я тебя, сахар позорного, таких как вы давил, блядь. Я тебе не надо говорить, трачу безруким, блядь, урод. Че ты там трочишь? Без рук? Без руким, да. Ты трочишь без рук? Без рук, да, трачу. А чем ты трочишь? Ртом Смолина, что ли? С вертушки трачу. А, с вертушки дрочишь? Нихера себе. Сташенко, тварь ебучая. Ты своим ртом, наверное, крутишь, да, по хую, блядь, своему? Давай, продолжай. Вертишься, крутится, вертится там, да, этот самый, шар голубой, да? Чё у тебя слёзку заболтал? Ну, пускай подпёздывает, то её не слышно. Вот а ты там не пизди, блядь. О, селёдка пошла, давай, селёдочка. Да, пошла, так. Давай, селёдочка, давай. Ну, чё ты в районе все? Попа возрасти, чё ты хуйню-то несёшь? Учётки на районе все, чё ты тут гонишь? Я, сука, держу, блядь, на вас скупаю. Куда вы приедете, инвалиды ебучие, блядь? Инвалиды, да, там будете. Вы от компьютера не обладаете, инвалиды вы ёбаные.
Если бы мы были инвалидами, мы бы твою жопу не скидывали. Если бы мы инвалиды были, мы бы твою жопу не скидывали. А это, блин, два куда лезет? Эти дураки попадут, и, блин, два пойдет. По этапу. Нет. Давай с тобой встретимся, я тебе предложил. Пошел ты нахуй с тобой встречаться, блядь. Ты обосрался уже? Ты уже встречаешься, блядь, какой месяц, урод ебливый. А все боишься приехать-то, сука. Я уже приезжал. На Павловске есть, там тебя встретят. Не раз приезжал. В мусорке, блядь. Сташенко, стрелку забьем, чтобы пришли. Такой абсурд, такой ебало, селедка. Я не так пришел, мальчик, тухлый. И пизди. Я не пищу, я говорю, нормально, блядь. То, что вы. Иди пожмойся, сволочь. Заткнись, хуйло, я раю. Уксусу подлей. Отрежь, ты хрен. Все, пизда, заткнись. И детей у тебя не будет, тварь. Все, пиздец, смоль. Апрированная, блядь. Офра хуйло. Ты что, на улице уебу. Вот ты, блядь, селёдина. Отверткой в бочину и все. Какой Афокин, рот закрой, блядь. Не закрыт, не бывает. Членовозы ебучие. Пиздишь, вот пиздишь, пиздишь, а вот потом а за это... А сука, не нравится, блядь? Пиздишь, закрой. Блядь, не нравится твой. А потом придется отвечать тебе, ты не боишься этого? Пошел ты нахуй, пидор гнойный. Тебе придется отвечать, вот причем своим ртом ебаным. Я тебе отвечаю, рычаг. Я своей жопой конченой. Пожалей, а я мать. Подумал... А что? Пожалей мать свою, имплантент! Ублюдок! А ты чё, а ты мать свою ебёшь, что ли? Ублюдок! Я сирота, слава богу, тварь ебучая! Кавказ тебя ждёт, урод! Ты же сдохнешь на материной пизде! Ты ебучая, блядь! Поедьте в Кабул, блядь! Исакам, блядь! Варжев всех пидорасов! Варжев! Варжев Кросинуна! Нет, а ребят, вы сейчас попиздите, пиздите, пиздите. А зачем ты герой России? А вы пидорасы. А ты брал рот? Сташенко в отделение. А Сташенко герой, блядь. Штаны с дырой. Потому что вас... А во сколько лет-то, пидорасы? На колени ставил вас. Какой коллеги, блядь? Ганите, пожалуйста, Максим. Ганите. Ганечкин? Галичин! Антон! Надо, пидор, чё тебе надо? Орёл, ёбаный. Таких, как ты, мы на колени ставили в Чечне с Алексеем. В окопе ебали. Приезжай, Галичин, сюда принеси, Максим. Скоро вас селёдку берите, скоро вас доставят всех сюда. У нас два карача тут. Селёдка, отведешь, быдло мусарское, понял? Селёдка, заткнись, гнусавая, блядь. Ты вообще молчи, блядь. Давай не встретимся, блядь. Быстро на стрелку приехал, чтобы был через 10 минут, понял? Где? Везде. У Ленина! У Ленина! Давай. Что, забыл? У Ленина? Да? У Ленина! Да. Чтоб выслали туда на коня. Мы с пацанами приедем, вас всех поопределим. А как же вы дойдете, пидорас одноногие? Да ты одноногие, одноногие, блин. Ну чё, Серёдина, блядь? У нас джип, Лексус, мы на Лексусе доедем, ёпта. У нас, блядь, джипы одни. Нет, не подожди. Раньше, Максим! Урод ебривый! Это ты урод! Это а? Ты пидор! Будь мужиком, а не пидором! Я выебу только вас, потому что нас в ОМОНе учили мусоров опускать. Вы из низшей касты мусорской, а понял? Знаешь, как расшифровывается, пидор? ОМОН это самые крутые пацаны! Особого назначения! Чего особого? Назначение! Какое чинчи? Отдел милиции особого назначения, урод ебаный. Иванов? Какой Иванов, блядь, придурок? Иванов, урод, блядь. Вытащи хуй изо рта. Слушай, вытащи. Слышишь, все наши? Глупой, блядь. А Сташенко герой России. Присвоили, штаны в нем пастырой. Короновали, блядь, короновали, подарок. Он авторитет, и спиток, и здесь. Ты вообще хуй заткнись, блядь. Мы будем только с ним разговаривать. Ты что такой девушка? Ты разговариваешь, ты говорить еще не научился. Мальчик, блядь. Лёшка! Герой России. Кто меня спас там? Уроды! Кто-то моносов всех отдуло. Лёшка, давай подъезжай. Лёшка, давай подъезжай к Ленину. Я садился, сажу на. Тебя тоже автобус ОМОНовцев пройдет. Или ОМОНовцев. Вы не ОМОНовцев, или ОМОНовцев. Понял. Пидорасы вы кухни. Серёжка, давай сиди, не молчи.
Давай с тобой встретимся уже. Похуй, блядь. Сейчас оснащаться. Блядь, а пидорас, который хочет со всеми встретиться, кто это такой, блядь? Это я, бля. Ты, блядь, я знаю, а ты же блядь. Детский сад. Ты что там блеешь, гоните? Гоните, Максим, урод. Приезжай с Ташенкой, запусти селедкой. За Максима вам будет стройнее, пидоры. Даже не смейте, чтобы ваши поганые ебалы мое имя не смело произносить. Понял, сука, бля? Вот сука вонючая, а. Вы гандоны. Нет, ты понял, что ты теперь подписался смертный приговор, Мусорила? Если ты пидор, ты в воде.